Партнер проекта – художественный салон «Эскиз». Ваш проводник в мире творчества. Здравствуйте. Не знаю, как кого, а меня в мужчинах ужасно, ну, в хорошем смысле, привлекает какое-то дело, умение. Недавно в компании с девчонками сидели, пили кофе с известным кардиохирургом и слушали истории, как он делает операции на открытом сердце. Отмечу, он вообще не понтовался, я сама спрашивала. И слушая его, я всю дорогу понимала, что это сильнее, чем любые рассказы о крутых тачках и эфемерных предложениях достать звезду с неба. То же ощущение дарит бестселлер, начинавшийся в ЖЖ. Записки настоящего реаниматолога, который каждый день имеет дело не только с относительно плановыми пациентами, которые особо не напрягают нервную систему, но и со штучными больными, которых очень хочется кому-нибудь спихнуть, ну, потому что с такими всегда что-то может пойти не так. Не знаю, то ли это известный всем симптом профессиональной деформации, то ли признак настоящего профессионализма, но даже когда Владимир Шпинев пишет о смерти, это не пугает. Но каждая такая история побуждает еще больше любить жизнь. А еще, прочтя эту книгу о людях за дверьми рабочих кабинетов, в которых вершатся судьбы тяжело больных, а иногда и неизлечимых людей, понимаешь, они не роботы. Они такие же люди, подверженные эмоциям и влияниям, как внешним, так и внутренним. Все видят, как лечит доктор, но не видят, что бушует у него внутри. Я думаю, записки реаниматолога не только увлекательное чтение, чтение с послевкусием. После того, как я перелистнула последнюю страницу книги, у меня возникло острое желание сказать нашим врачам спасибо. Ведь именно ради этого слова, слова не дежурного, а настоящего, им и хочется дальше работать и спасать другим жизни. Для вас читала Елена Лебедева.